Всем привет! Меня зовут Юлия Бадина, и это рубрика «Мама в кадре». Когда за окном грязь и слякоть, дети не могут найти себе занятия. Мы решили вам предложить сделать простейший вариант воздушного змея своими руками. А для этого нам понадобится любой полиэтиленовый пакет, деревянные шпажки, нитка с иголкой и нитка потолще, ножницы, скотч, какая-нибудь палочка или трубочка. Берем наши шпажки и складываем их крестом, чтобы поперечная палочка была немного выше центра. Скрепляем нашу конструкцию скотчем. На все четыре края привязываем нашу ниточку вот таким вот образом. Также все четыре края закрепляем скотчем. Кладем пакет в один слой и обводим нашу конструкцию. Не забудем оставить место для припусков. Вырезаем. Возвращаем наш каркас на место и загибаем края, фиксируя их скотчем. Зафиксированные края проклеиваем еще раз. Во всех четырех углах закрепляем тонкую нитку с помощью иголки. Когда все четыре нитки готовы, связываем их узлом примерно на пересечении наших шпажек. Затем привязываем к ним веревочку. Отрезаем лишние хвостики и отмеряем длину веревочки, за которую мы будем держать нашего воздушного змея. Затем закрепляем ее к палочке при помощи скотча. Берем вторую половину нашего пакета и вырезаем 4 полосочки шириной примерно 3 сантиметра. Из них мы сделаем хвост для нашего воздушного змея. Хорошо скрепляем их скотчем и приклеиваем к нашему воздушному змею с той стороны, где виднеются шпажки. Воздушный змей готов. Идем испытывать. Пробуйте и вы. Всем удачи. Пока-пока.